Всем здравствуйте. Сегодня коротко о том, что я добился в этот раз. Вот как-то так скажем. Так, фонарик включен. Включен. Вот что я добился. Сейчас резкость у нас, надеюсь. О. Эх, как на фонаре-то у нас царапинки-то высвечиваются. Вот такие вот у меня надписи теперь на клиночках. Этот клинок идет отдельно клинком на сайт. Не буду я три штуки собирать. Настроения нет, честное слово. Вот так вот. Русская бритва. И этот тоже идет клинком на сайт. Классический. Да, у одного из них обушок вот такой вот. Все. Вот эти три штуки я буду собирать. Что это у меня там? А, не протер. На сборку. Их так вот в сторонку откладываю. Не знаю, так на скидку просто взял. Сделал так вот, чтобы это вот в оправы, это не в оправы. Травление глубокое. Если его кто-то захочет стереть, может быть получится, а может быть и нет. Протру сейчас, секунду. Не знаю, вроде протер. Тоже на сборку. С золотыми насечками. А, кстати, где вторая золотая насечка? А, вот она. Тоже, значит, на сборке будет. Вот. В чем сейчас дело? То есть, сегодня я не собираю оправы, потому что я жду посылочку по СДЭКу от транспортной компании. Посылочка мне придет с моей бритовкой, там где нужно будет долезть до места, где находится ось, зачистить. Ржавчина подхватила. Вот. И, в принципе, вообще это место мочить нельзя в бритве. Так, на будущее, если. И я ее зачищу как следует. И может даже покрытие какое-то сделаю. Может даже золотишком. Да то я еще не факт, конечно. Может зачищу просто как надо. И смажу, и соберу. То есть это хочу сделать одновременно. В принципе. Или почти одновременно. Потому что заготовки для оправ надо все равно уже заранее заготавливать. Может даже вот сейчас этого и начну. Пока я добился сегодня того, что я вот надпись сделал. Методом проб и ошибок у меня получилось. Конечно, я тут хорошо клиночки еще брал левые. Ну, как левые, такие вот, типа, которые у меня с браком тут валяются для подрезок всяких легких. Вот, я на них попробовал, раза три ухлопал, не получилось, понял, в чем причина, и теперь вот так вот все это выглядит. Ну вот как бы, а хотя нет, есть что еще показать. У меня тут пару шкатулочек еще для бритв. Это вот такая, ну-ка, резкость есть. Это пины, которые там вот с обкладкой из карбона. Вот такая вот шкатулочка для бритвы. Туговатая немного. Хотя даже я бы сказал, как следует. Вот так вот открывается как-то. Ну а тут причина одна. Сейчас я протру еще вот карбон. Там лак маленько подсел. А вот я вам говорил про то, что я тут сделал такую фиговинку. То есть доказать, что это не я не на автоматических каких-то вариантах, там не на шаблонах делаю. А каждую шкатулку беру просто отдельно из головы творю. Вот как-то так. Но у него есть такой минус. Так, где там? Я просто через мобильник нифига не вижу. Сейчас, секундочку. Давайте я мимо мобильника. А то я так не попаду никогда. Непривычно через экран смотреть. Щелк. Вот. Видите, что вышло? Древесина гульнула. Именно вот в середине. По краям все хорошо.
Эту заразу бы успеть вовремя бы состряпать и лаком покрыть. Никуда бы она не гульнула. А тут брак. Как править, я не знаю. Поэтому вывешу на сайте. Так, чтобы не по-дорогому. То есть, шкатулка есть? Есть. А то, что вот эта вот щелка, я там это укажу в описании. На фото будет, надеюсь, видно. Раз уж на видео видно. И вторая у меня шкатулочка. Сейчас она еще подсыхает чуть-чуть. Я вам сейчас ее покажу. Это вот этот вариант. Так, нужно, пожалуй, перевернуть, чтобы показать ее лицо. Вот с такой вот... Ну, давай, резкость. Вот с такой вот... сечкой. То есть фонарик, конечно, тут все блики дает, но давайте так попробуем. Тут маленькие такие ягодки, вот которые мелкие, это они такие красноватого оттенка. А вот эти покрупнее, кругляки, они желтого так, цвет золота. А сами вот эти вот тростинки, как бы, они из серебра высшей пробы. Да, конечно, могло быть и покрасившим. Соглашусь. Но вот так вот. Вообще в сечку, в принципе, нужно делать, походу, только на мягких породах древесины, потому что это вообще жесткач такой, что мам, не горюй. А я в него еще тут металл вогнал. То есть, поднапрягло. Ну вот, как бы, на этом можно считать сегодняшние короткие новости законченные. Я надеюсь, что сегодня уже все это стараюсь на сайт вывести. То есть, три клиночка там и пару шкатулок. Все, до свидания. Спасибо за внимание.